Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1337. События дня. Псалом 119:7. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. За 14 августа 2019 года. Псалом 119:6. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Объявление. Курсором останавливайте, можете считать. Я буду прогонять поскорее. Такая переписка. Показываю события дня. Мы опять поехали утром сети проверять, рыбалки в другое место перенести. И не получилось. Выскользнула там как-то сеть. Ребят осталось. Долго возились, потеряли время, почти 3 часа. Можно сказать, и на месте стояли. Ну, я по дамбе прошел, там едет кто на транспорте. Никогда там так не ездили с такой скоростью. Ну, и дома здесь занялись. Вручную шелушили бобы. Работа. Володя горох колотить начал. Там матушка помогала. Игорь Барабаш как раз уехал не во вторник, а именно в среду. Ну, там один работал, Сергей Губков, с досками возился, попроведал его. Так вот прошел день.
показать наши ресурсы в мой мир. Если там я с голубем стою, это дополнительно трогать не надо, там нет. Вот православный форум. 3475 день. Ну и вот. Два всего ролика поставил. С опозданием администрация выставляет. И ничего нет. События дня и Златоуст. Во свете Библии православный библейский сайт, как говорят, несовместимое. Что это такое? Чего-то ради тут заехало. Реклама везде, что-то где-то как-то. Ну и вот день позади. Я тут ночью выставляю, вот сейчас второй час, час 10, потом еще прилечь можно. Порадуем сердце, дадим ему отдых, пишут, и радостные впечатления. На этом все.